Ребят, привет. Надеюсь, Дима до этого не выдержит. Школа на носу. Да даже, наверное, не школа, а вообще вся эта ситуация, в которой мы сейчас находимся. И как никогда актуальна организация рабочего места, чтобы все было по полочкам, на крючочках, разложено, развешено и было очень удобно пользоваться. И, скорее всего, мы это сделаем серию обзоров 1 сентября. Да, вообще подготовка рабочего места. Потому что одним обзором, я подумал, мы не сможем охватить большую тему. Да, и мы будем кушать слона по частям. Да. Как говорит наша любимая Ольга Воронцова. По частям. Первая часть слона. Выбирайте хобот, хобот, хвостик. Что это? Это линейка Скодис. Очень любимая многими. Ее берут все. Школьники, детсадовцам берут, люди, которые работают дома, люди, которые не работают дома, но имеют компьютерный стол дома. На самом деле это реально классная организация рабочего пространства. Использовать можно не только, вот, да, допустим, письменный стол. Это используют во многих магазинах, я часто видела, те, кто занимается оформлением, каким-то украшением, каким-то хендмейдом. В общем, если вы что-то творите на ровной поверхности, и вам все это мешается, вы хотите его закинуть на стену и не занимать место, вот панель Скодис со всеми наполнениями, про которые мы расскажем, именно для вас. А я крючочки нашла. Хочется мне навести порядок. В общем, давай разбираться по частям, да? Настенная панель Скодис. Вот сама панель. Давайте покажем вот, вот эту вот часть. Там, где рюкзак лежит, Татьяна. Рюкзак мой, бедолага, который сегодня пинает. У меня скоро сердце остановится. Да, не останавливайся. Кто снимать будет, кто меня терпеть будет? Да бедный микрофон. Так, значит, панели Скодис, они, ребятушки, трех размеров. Вот это у меня в руках самая большая, 76 на 56. Повесить можете. Вот так. Угу. Повесить можете вот так. Нет. Почему? Неправда. Неправда. Почему? Неправда. Крючки не уцепятся. Не уцепятся. Печалька, а я хотела сумничать. В общем, так. Блин, ну я не знаю, по ценам озвучивай, наверное. Все, ну давай, самая большая панель. 1700. Угу. Дальше, средний размер 1300, 56 на 56. Она уже полностью квадратной формы. Ну, люди поверили. Да, и прямоугольная панель. Прямоугольная панель стоит 899 рублей. Подорожали, зараза, все. Теперь давай разбираться по наполнению. Что вообще с ней можно сделать, как наполнить? А нет, сначала мы скажем, из чего она, да? Да. И показать желательно, конечно, как она крепится. А как я тебе покажу, как она крепится? Я это не сделать не смогу. Хорошо, посмотрите инструкцию. Произведено в Польше. Основная часть ДВП, акриловая краска, металлические части сталь, порошковое покрытие. Планка. Пойдем сюда. Сначала к стене вы крепите планку. Потом вы что-то роняете, это обязательно. Одевается панель и вот такими крепежными хвостиками, как их назвать, закручивается. Получается планка с двух сторон, сверху и снизу. Панелька вот она, видишь, на чем? Ну все, я тебе поверю. Вот. Наверное, потому что мы сами панель, планку, а здесь не гуляет. Ну, получается, она крепится сверху, а снизу это буфер, который делает ее плоскость параллельной к стене. Да, да, да. Все, мы разобрались, давайте дальше. Все, едем дальше. Уже поняли, да, что повесить по-другому, как я вам тут часто придумывала, не получится. А я хотела. За счет чего не получится? Потому что вот эти отверстия, они только в такую сторону расположены. Она до этого была еще черной, но черные почему-то вывели, но радуюсь, что дополнили цветными аксессуарами. Кстати, цветные аксессуары стоят гораздо дороже, чем белые. У Икеи это норма. Давай теперь разбираться. Да, по частям. Стараюсь не снести микрофон. Вот такой набор крючков. Стоит 79 рублей. По-моему. Да, 79 рублей, две штуки, крючок белый. Вот он, длинный. На него, кстати, даже можно как книжку, что ли, положить. Ну, если вы его, да, в одну плоскость куда-нибудь пришурупите. Ну, а чтобы еще в одной плоскости был, что у меня пока не центруется. Вещь очень универсальная, ограничивается только вашей фантазией. Да.
Дальше. Крючки вот такие масенькие. 500. Что, Таня, куда тебя несет? 99 рублей. Я пытаюсь их найти визуально. Вот они. Малышарики. Ну-ка, еще секундочку. А? Фокус. А, смотри, какие еще хвостики фиксирующие. Да. То есть ты не просто вставил, он болтается, а ты его еще вставил и вот... Ну, потому что она иначе бы это не держалась. Вес бы не держала, да. Весь фэншуй в этом скрыт. Нифига себе, фэншуй скрытый. Так, я тут прям по порядку, по коробочкам. Набор из... Вот догадайся, что это такое? А вот это она для вот этого. Это вот того для вот этого. Как я вам объяснил? Вот этого для вот этого. Вот этого называется держатель. Две штуки стоят 79 рублей. Ну, удобно, да? Сюда можно рулон бумаги какой-нибудь затолкать. Опять же у вас... Фантазия. Все зависит от вашей фантазии. Да. Так. А, это мы показали. Вот набор вот таких ленточек, эластичный, из трех штук, 149 рублей. Вот они. Тоже удобно. Зацепили все, что хочется. Давайте посмотрим максимальное растяжение. Все. Ну, это формат А4, возможно, туда залезет, да? Даже побольше. Ну, опять, края помнутся. Опять какой-то следующий идет. Ну, вот смотри, вон они, видишь, повыше натянутые? Ну, они это, нет. Тут, видишь, она в диагонали, она больше идет. В растяжении. Так, кто уже умудрился растянуть на максимум, расскажите. За 79 рублей крючки уже большие. Ну, я уверен, скажу, листочек А4 залезет. Да, залезет. Вот такие зажимчики. Очень подростки, дети любят. Можно рисунки всякую всячину навешать. 129 рублей, набор из двух штук. Записульки. Можно делать. Неудобно. Про Икею не подумали, как мы снимать будем. Полка синяя. Металлическая, 199 рублей. Она вот, снять я ее не смогу. Ну, я подойду, мне не сложно. Да. А я могу показать ее пока на примере белой. То есть у полки два вот таких крючка. Угу. И вот сама полочка. Здесь, ну, сантиметра 2,5, наверное, борт. Но чтобы не быть голословной, я попробую найти вам размерчики. 3 сантиметра высота. Опять же, да, вешайте куда хотите. Что-то у нас сегодня. Ничего не держится. Да что-то как-то так это. Девочка, как бантик держится? Как прибили, так и держится. Так, белая полка 199 рублей, одинаковая цена. Дальше, набор вот из таких трех контейнеров, 700 рублей, вот они. Кстати, я знаю, что многие на кухне берут сюда специи насыпать. Очень спорно, я ну не да. знаю, и чтобы вот это панель перегруз... на кухню. То... Если только ты... Для рецепты какие-то. Если у тебя специи как минимум 20 видов. Ты вот так все это... Да, чтобы это все как бы красиво смотрелось, разноцветно. Возможно, я соглашусь, и то где-то в углу. В общем, набор из трех штук 700 рублей. Фиксируется вот так. Железная крышечка. И вот. Она открывается вытягиванием, да? Да, здесь обычный пластик. Дороговато, наверное, 700 рублей за 3 таких фиговинки, да? Да, что-то как-то. Прицелились. Дальше. Крепеж. Зачем нам этот крепеж? Сейчас я вспомню. Этот крепеж дает прицепить куда-нибудь к стене. Блин, не представлено, да? Как визуал сделать? Наверху нету. А может быть, одно предназначено для мешка? Нет, нет, нет. Это знаешь как? Вот смотри. Видишь стеллаж? И сцепкой зацепается за стеллаж, чтобы зафиксировать. Не на стену, а между. Я понял. Дальше. Вот такой текстильный мешок. 350 рублей. Ну, это у упаковки. И вот он.
Кстати, из плюсов, как Дима любит, снять, постирать. Ну, хотелось бы, да, Дим? А не как с раскладушкой. Неодноразовая. Неодноразовая, да. То есть вот он, весь металлический крепеж вы спокойно достаете. А тряпушку стираете? Тряпушка глубокая. Влезет много. Так, ну, что прям сюда можно положить? Ваше предположение. Честно, даже не знаю. Я бы как карман для всяких мелочей использовал. Здесь была бы точка сбора вечно всякой фигни, да? Ребят, кто под что использует? Рассказывайте. У нас что-то фантазия с Юрьевичем закончилась. А еще я зацепить не могу. Так. Сейчас уберу по местам и покажу еще одну штуку. Она мне очень нравится. Называется это держатель рулона. Это вообще-то полка. Давайте в этом месте покажу. Вот она. Держатель рулона. То есть можно... Покажу, покрутите эту штучку. 150 рублей. Туши, ломай. В общем, особенно кто занимается упаковкой подарков, всяким хендмейдом, изготовлением, да, из там с ткани и прочее, то, что можно повесить, сюда можно снять, повесить рулон. Вот так, опа. А если у вас еще какая-то трубочка более длинная, то, Никита, то можно сделать ее пошире. Как? Ну зачем? Ну, можно же найти диаметр этой трубочки. Ну да, такую трубочку можно найти, кстати. И сделать более длинную. Она же сразу, видишь, составная. Да, и сколхозить. Можно, в принципе, дойти даже до ватмана. Да. Ну, что я сказал, ватман? Ну, в рулоне что это у нас для мольберта? Ватман? Да? Бумага, молот. Ну, да, да, да. Все, аллилуйя. О, Господи. 7 батов сошло. Держатель для документов, 99 рублей. Кстати, используют иногда как подставку для книг. Вот она. Дальше. Вот такой классный контейнер, 129 рублей, металлический. Его, кстати, даже берут просто порой вот под ручки, под всякую всячину. А где он? А его нету. Ну, в общем, суть такая же, как у цветных. Потому что размер все то же самое. Цветные три штуки 370 рублей. Этот получается 130, да? 130 умножить на 3 – это 390. Цветные даже набор с трех штук дешевле. Угу. Ну, тут на упаковке деньги тратятся. Набор из трех штук получается. Здесь у нас, ну, любимые киевские цвета сейчас, да? Зелень, кораллово-розовый и горчица. Это 369 рублей. Хочется, как из фильма Гайдая, сказать. Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса. Ну да, что-то вроде. Стараешься аккуратно, но что-то все вылетает. Или мы не до конца все вставляем. А еще есть набор крючков цветных, маленьких. Вот они. Ценника на них нет. А, нет, вот 169 рублей, короче, в Нижнем Новгороде последний. Но я думаю, еще привезут. Здесь все те же три цвета, плюс темно-синий цвет, как у полочки, и фиолетовый, у которого нет ничего. В принципе, по расходе все. Здесь мы еще добавим пару моментов, куда берут. Я тебе хочу задать вопрос. У нас скоро будет будущий одноклассник, это первоклассник будет. Через год. Через год. Нам надо панель. Что бы ты для первоклассника организовала? Как бы сделала для рабочего места?
для Алены. У нас действительно Алене скоро надо выделять рабочее место. Да, халява вот. Заканчивается. Панелька там в любом случае у нас будет. Она очень интересная и функциональная. А я бы взяла обязательно полочку. Ребенок бы сюда складывал карандаши какие-то, может быть, даже книжку. Давай сделаем еще проще. По деньгам. Давай, сложи сюда, вот, допустим, вот сюда все сопутствующие товары и я бы скорее всего взяла и панельку за 1300 среднюю, и в какую сумму квадратную это выйдет? Давай. 1300 квадратную. Ага. Так, обязательно за 130 рублей один вот такой. Дальше держатель для рулона не вижу смысла ребенку. Полку обязательно, ну давай белую возьмем. Так, зажимчиков 3 набора. С учетом того, какой у нас художник. Да? Так, дальше бы взяла обязательно вот такие крючки. Их можно использовать, как я уже говорила, как подставку под книги. Угу. А у детей они сейчас большие. Обязательно бы взяла резиночку. Кстати, меня Дима впросак поймал, мы это не обсуждали, и даже мысли не возникало. Я сейчас реально понимаю, что вот если бы мы выбирали, наверное, как бы я выбирала. Вот поэтому, ну, интересно, когда спонтанно. Не знаю, вот этот вот нужен или нет. Ну, для книг пару книжечек может. Вот, да? Да. Вот блокнотики, книжки, в принципе, интересно что-то сложить. Ну вот, давай считать. 1300 панель. Угу. 130. Так, 1300. 300. Это 1600. А 1630. Плюс 80, 1830, 1910 резинки. Так, 1910 было, да? 1970, 2070 это с лентой. Ну, плюс и 200, 2070, 2270. Организовать рабочее место для первоклассника можно за 2500 рублей в среднем. Да. Плюс-минус. Это именно разгрузить пространство, чтобы у него это на стене все это было. Да. Рядом крючочки, держатели. Столом. Рядом со столом. Да. Как бы, можно сказать, как руковой доступности, как это? Как правильно? Ценовая доступность. Нет. Ценовая. Не ценовая, чтобы рукой можно, не вставая из стола. Да, достать все взять. Любой предмет. Это как рукавая доступность, ручная доступность. Что-то ты меня в ступор ввел в том плане, что у нас дочь через год в школу идет. А нас школа еще пока не ждет. Так, а хочу сюда добавить. Можно? Как бонусом. Бонусом. Давайте. Серию Квисла. Металлическую. Неубиваемую, проверенную нашими активными детьми. Все живо и здорово. Линейка Квисла, но ценник, скажу, не бюджет, но она неушибаемая. Лоток для корреспонденции, подставка для журналов, подставка для канцелярских принадлежностей и плюс газетница. Поехали! Лоток для корреспонденции Квисла. Вот такой классный, его, кстати, можно поставить в коллакс. Единственный минус, я отмечу из этой всей серии, она шумная. Ну, конечно, она железная. Да, вот это вот. Вот этот ярко выраженный звук как железа. Как на почте, да? Да, для некоторых вызывает... раздражение. Значит, рассматриваем лоток для корреспонденции. 2500, А4, металл и пробка. 1, 2, 3, 4. При желании поменять ничего нельзя, Дим? Поможем поближе? Да что тут смотреть? Ну вот они, направляющие. Вот оно, сцепка между собой. Ну, я бы, как любитель кучи бумаг, еще бы и вниз их наположил, и наверх, да, Дим? У меня бы вышло еще раз полка, два, три, четыре, пять, и наверх шесть. Дима в печали, вы бы видели его со стороны. Подставка для журналов, 1000 рублей, две штуки, ребят. Вот, ну, я больше всех за ней. И немножко пауза. Вышла новая камера от GoPro 360 градусов.
Я тебя услышала. Стоит немножко денег. Немножко денег? Да. Но на чем интересно, что можно смотреть вокруг нас, что происходит. Не только на тебя люди могут посмотреть одновременно. Я тебе дома огорчу. Ладно. Но могут посмотреть то, что происходит сзади нас. И как люди смотрят сейчас. И как люди сейчас смотрят на нас. Издалека. Ну, типа того, да. Смотри, показывают. Продолжаю. Так. А подставка для журналов «Квисла» 2 штуки, 999 рублей. Да, железная. Да, если она долбанется, пол прибегут все за ней, особенно наша. Но, блин, они никогда не замнутся. А может быть, небольшой лайфхак мы сделаем, а фиксы белые, или сейчас не белые, уже серый стал, да? Их плохо. Я бы фиксы проклеил, вот эти края. Донышки, да, чтобы вот... Не донышки и края, между, ну, вот. Стык между собой. Ну, дно и хорошо, вот тут. Тут, между тут, собой, да. Чтобы там, они где может не греметь. Бились. Да. Стандартный формат под А4. А дальше вот такой лоток для корреспонденции. Ну, не знаю. Почему-то... А, смотри. Ну, чтобы бумажник держался. Да, чтобы бумажник держался. Пойдем показывать. 1300. Сталь. Антикоррозийное фосфатное покрытие. Полиэстерное порошковое покрытие. Защита коропробкового дерева. Ремень полиэстер. Застежка липучка белый нейлон. Прилагается одна эластичная лента. 1300. 18.36 на 14. Значит, 1, 2, 3, 4 кармана. Дим, там что-то видно? Да, конечно, конечно. И лента, чтобы все это дело фиксировать. И очень мне нравится. Вот ребята в отделе DPD, мы каждый, B2B каждый раз, когда приезжаем за заказами, заходим к ним подписывать документы, разложены документы на подпись по клиентам. Что самое интересное в этой штучке, ее можно сделать от пола до потолка. Да. Очень красиво выглядит. Вот такая вот газетница. Кто под газетку, кто под формат А4, а кто-то берет детям под их здоровые учебники, особенно детям начальной школы, потому что у них реально огромные учебники, это А4, даже больше, ну, А4 в основном. И туда можно это сложить, то есть не занимая полку в ящике, не занимая полку в шкафу. Поэтому, в принципе, линейка, я считаю, достойная. Если соединить панельку с Кодис и добавить к Квислу, то вы рабочую поверхность полностью разгрузите. Ну, практически полностью. Угу. Вот. Ну, я бы добавил небольшие буферы в железку, чтобы не так сильно крепили. Ну, потому что брямкает сильно. Да, какой-нибудь цветочек, кружочек какой-нибудь разноцветный. Оно бы разбавило вот эту штуку металлическую. Каких-нибудь пятнышек, да, яркие? Да, да, да. Ну, да, если да. Это ребенку. Но если это офис, либо это рабочий кабинет, хорошо, то... сделайте в цвет. Хорошо. Можно в комплект положить пакетик вот этих штучек, бархоток, чтобы между собой, да, не гремели. И по желанию можно, или клеить, или не клеить. Ну, как в этом, к стуве детской, к ручкам есть наклейки? Да. Хочешь, используешь, хочешь, нет. В принципе, по первому блоку все. Вот эта панелька Ладан, в принципе, тоже одна, опять, в принципе, стала паразит, в принципе, панель с аксессуарами, но она больше для ванны. И как-то покупать за 1800 только одну вот такую маленькую панелечку, ну, не знаю. Для меня. Ну, она в детскую тоже, мне кажется, очень сильно подойдет, потому что она все такое огромное, большое, крупное, ну, да. Что подразумевает для детей. И вот это закрутажки вот эти вот тоже, в принципе, и ребенок. А вот вам Дима. Да, вот она камера. А здесь сюда еще часы должны быть, это, песочные. Ну, давайте заканчивать, а то все, уже... Да. Все. Первую серию по подготовке детей к школе мы закончили. Если вы пользуетесь чем-то из того, что мы вам показывали, пожалуйста, расскажите, покажите. Удобно, неудобно, нравится, не нравится, пожалели, не пожалели, чтобы порекомендовали, чтобы добавили еще от себя. У меня все. Все, спасибо за внимание. А как же лайки, колокольчики, шлайки, дизлайки обязательно, даже до выхода видео. Особенно, да, мне вот это умиляет. Особенно до выхода дизлайка обязательно поставьте, порадуйте Диму. И делитесь в соцсетях, ребят. Чем больше народу знает канал, тем лучше вам и нам. Все.